Всем привет! Есть хорошая новость. Мы сертифицировали кит-наборы. Теперь это будет идти как готовое изделие. Готовим к выпуску вот такую булку. В ближайшее время появится. Сейчас купили металл. Будем фрезеровать шину. Приклад и сама рукоять останется 3D-печатной, потому что других вариантов пока нету у нас. Только такой. Рукоять от AR-15 или M-16 можно менять на любую, какая нравится, их миллион видов. Только покупать нужно от настоящих винтовок. От пейнтбольных и страйкбольных не подходит, потому что у них там 20 мм посадочное отверстие. Нужно что-то около 10 мм, там 9,8 у них посадка. Соответственно, у нас сделано под такие рукояти. Шина у нас будет составная, вот здесь вот будет стык, там на двух винтах, все довольно жестко, удобно в прикладке, несмотря на то, что большая высота из-за 38-го резика и 29-го модератора. Ну, в целом все удобно, зато мостик низкий. Будет самая дешевая булка на рынке. Полностью в аноксе, с металлической шиной. Так что ждите. Прям вот уже скоро-скоро.